Приветствую всех любителей МК Мобайл, вы на канале Apple Let's Play, с вами его ведущий Абдрахман. Добро пожаловать на четвертый день скидок, то есть в честь Черной Пятницы. Сегодня разработчики нас радуют с сразу три наборами, то есть первый это набор Мастера Меча, второй это Алмазы набор Внешний Мир, а третий элитный набор Преисподней Старшие Боги. То есть два из них со скидкой, а один без скидок. Сегодня будем заниматься пак-опенингом, то есть с открытием этих наборов. И попытаемся достать много-много годных персонажей, а конкретно есть и много алмазок. Так что устраивайтесь поудобнее, а мы начнем сразу после рекламы. Всем приятного просмотра. The Oppo MK Shop – самый лучший сервис по услугам MK Mobile. Теперь у них в наличии быстрый фарм-душ для Android и iOS. И не только. Фарм наград из разных башен, которые действуют сейчас в игре. Цены ниже, чем у конкурентов. Реальные отзывы от клиентов. А если ты перейдешь по моим ссылкам и с моим промокодом в описании, то ты получишь за каждый свой заказ отличные бонусы. Так что дерзай, ссылка будет в описании. Так, ближе к делу. Я узнал, что, то есть, у меня есть сообщество ребят в ВК, где мы обсуждаем каждый день МК Мобайл. Кто не знает, то ссылка будет в описании, можете вступить, мне будет приятно там с вами общаться. Так, там сообщили, что есть ошибка с открытием алмазового набора Внешний Мир, и я сам лично с вами, вместе с вами хотел на это посмотреть и взглянуть, и обсудить, что же это за проблема. Давайте сначала для теста будем открывать один набор, алмазный набор Внешний Мир. И посмотрим. Да, ошибка покупки. Не удалось купить. Возможно, предмет более недоступен, либо что? Превышено время ожидания от клика сервера. Повторите покупку позже. То есть, если обсудить, в чем же проблема, то есть ошибки с этим набором, то я думаю лично, что проблема в том, что разработчики именно этот набор должны были запустить, по-моему, завтра, а они по ошибке, то есть запустили его сегодня. То есть, по моему счету, они должны извиниться и дать компенсацию всем, либо же набор сделают доступным через несколько часов. Поэтому вы можете перейти и написать им в Твиттере или же в Фейсбуке, что у вас такая ошибка. Так что ждем компенсацию от разработчиков. Давайте будем заниматься пак-опенингом. Сначала будем открывать, то есть по 10 наборов. Первую десятку будем открывать набор Мастера Меча. Отсюда, как можете видеть, можно достать Кенши, Старшего Бога, Кабала МК-11 и Ханзо Хасаши Скорпиона. То есть цель и смысл этого ролика в том, что сегодня я у себя на основном аккаунте, и тут у меня почти что все персонажи почти на X-ли они. А спросите вы, тогда в чем же смысл открывать эти наборы? Смысл, как я уже упомянул об этом вчера, то есть показывать тем, кому это интересно. У некоторых нету душ, у некоторых... Сюда! Кабала МК-11 падает, но, к сожалению, на этом аккаунте, как я уже вам сказал, он на X-влиянии. Так, пока что не отвлекаемся. Так, цель, коротко сказать, показать тем, у кого нету возможности, или же тем, кому это известно. Блин. Интересно смотреть за пак-опенингом других людей. Так что, просто мы это тестируем, насколько... Тестируем, насколько это, то есть, годно или негодно. Так, пока что от набора я смог достать из интересных персонажей два раза Старшего Бога Кенши, один раз МК-11 Кабала, который у меня уже на X-слиянии. Так, алмазка одна есть, но пока что падают Кенши, Одержимый и... Хотелькан, мастер Шаолиня Кунлау. Хороший персонаж, если его использовать вместе с бронзовыми персонажами в отряде, он дает плюс 300% к атаке и здоровью для бронзовых персонажей. Так что используйте смело.
Так, из десятки я смог достать 3 раза Кинши, 1 раз Кабала МК-11. Но это еще не конец, мы продолжаем. За успех влепите ваш царский лайк прямо сейчас под этим роликом, ребят. Это мне помогает увеличивать свой шанс, Это мне помогает увеличивать свой успех на открытие наборов. И пока вы можете написать в комментариях, какой у вас там дроп, какие успехи с открытием наборов, что интересного или же ведет, не ведет. Но надеюсь, что всем ведет. Текс. Второй набор. Сразу ударной группы Скорпион. Отлично. Но, к сожалению, он у меня на X-ли, а не так. Первая алмазка есть из десятки. Пока это не предел. Повторка 2 раза уже как бы падает. Раз за разом. Зараза, Скорпион ударной группы. Инферно Скорпион. Тоже отличный персонаж для новичков. Обязательно советую. Если вы вдруг не знаете, то... Или вообще, если вы новичок, и у вас есть Скорпион и Инферно, не можете пройти нормально... Не знаю, какие-то башни. И третья алмазка круга тени Люкан. По-моему, я что-то не сбился, да, со счета. Получается, третий раз. Нет. То есть, извиняюсь. Третья алмазка это круга тени Люкан. Да, в общем, если вы новичок и вы... Ох! Классический Рейден. Ребят, четвертая алмазка, да, получается? Ну, в общем, если вы новичок и вы не можете нормально пройти какие-то башни, которые действуют в игре, то можете смело использовать Скорпиона Инферно. Или же пользоваться услугой The Apoimco Shop. Вместо этажей они могут даже вам пройти... Ребят, сорян, просто это уже пятая алмазка, да, получается? Че, сегодня будем устанавливать рекорд, да? Yes! Седьмая алмазка, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть алмазок из десятки, ребят. Я думаю, я заслужил ваш царский лайк. 6 алмазок, Джейд, Кабал, Круга Тени, Люкан, классический Рейден и ударная группа Скорпион. Всем, кто сейчас поставил лайк, желаю такой же успех, как у меня, даже лучше. Так, открываем следующую десятку, набор Мастера Меча. Но, к сожалению, я опять же забыл посмотреть на шансы, что там, как там, кого можно достать. Но, насколько мне известно, там были проценты, когда этот набор первый раз вышел. Там Кабал был в золотом ранге, то есть, когда Кабал в игру добавили первый раз. Я в тот же день, помню, прокачал Кабала сразу на X-лияне. На следующий день мой аккаунт забанили. Но тогда я сам игрался там, ну, как с баг, с которой есть баги в игре, получается, и там, и так далее, и тому подобное. Но аккаунт забанили. Ну, типа, вы сами понимаете, ну, типа, уходит... Ну, Псайбот Ящерица, вы за этот же день его прокачиваете до X-слияния. Такс, нормуль. Такс, тут наш цель, насколько мне известно, достать это Ханзо Хасаши Скорпиона, старшего бога Кенши, и, насколько это возможно, побольше алмазного Кабала МК-11. Так, из первой десятки мы смогли достать, по-моему, всех этих трех персонажей. Ну, по-моему, Ханзо Хасаши не было, да, по-моему. Но сейчас в этом наборе, в последнем десятке, мы смогли достать этих всех персонажей. Но, как бы, надежда все еще есть достать алмазного Кабала. Но его нету. Сейчас, давайте, Кабала. Какой Кенши? Кабала? Давайте, разработчики. Королева Дивора. Да. Так, получилось достать Кенши и Ханзо Хасаши. Нормально. Так, набор, ну да, согласен, набор, ну так себе. Ну,
не очень такой были сказать там вау, но нормально, нормально. Как говорится, Mortal Kombat игра не бывает без ошибок, без косяков там, без всяких приколов разработчиков. Вот, то есть, как это возможно, не знаю. Но хотя, если учитывать то, что игра уже практически 7 лет действует, то есть все еще не удалили, не забросили. Спасибо, респект, разработчики. Вы красавцы. Но было бы лучше, если бы вы на своих игроков не забили бы и почаще работали бы с... Что-то сегодня творится со мной. Короче, было бы лучше, если вы побольше бы времени проводили в работе насчет исправления ошибок в игре. Было бы лучше, да, комьюнити, там, игроков Mortal Kombat Mobile больше бы были бы довольны, как говорится. Ну, хотя и на это спасибо. Я не жалуюсь, нормально. Я стараюсь показывать то, что возможно делать в игре, если у вас есть шанс достать алмазок. То есть я стараюсь показывать вам, что же можно делать в игре Круга Теней Куан Чи из 6-го набора. Если у вас есть души, возможность достать душ или же купить, то какие же наборы открывать, что там вообще падает и так далее. То есть информацию пытаюсь вам дать. Чтобы вы не сделали ошибку, не спешили и сначала... смотрели опыт на других людей, как у них там все там проходит, нормально ли, вообще стоит ли. Хорош! Холодная война, Скорпион! Нормально, я бы вообще сейчас заорал бы, но как бы, у меня сейчас практически 12 ночи, соседи вообще, не знаю. Так, из десятки, из последней десятки, две алмазки. Нормально. Насчет проблемы с набором, то есть насчет с ошибкой набором алмазы, набор внешний мир, я советую вам не париться, просто не, подождите немного, разработчики сами узнают и дадут нам компенсацию, то есть по счету, по идее они должны. 50 душ мы не хотим, мы хотим либо снаряжение из либо классической башни, либо же из кошмарной башни. И на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Кто посмотрел ролик до конца, поддержал лайком и комментарием. Всем желаю мира и добра. Всем до скорых встреч.